В данном конкретном случае мы вам предложим не только попробовать качественный гиммервертовский шашлык. Мы вам покажем, как работает моя жена с крайне тяжелой для нее камерой. С плеча. Да, есть мелкие камеры. Но главное вам показать, как за 10 лет моя жена приспособилась к большой. Потому как, ну не дай-то бог такое случится, когда мой сын вырастет, у него будет другой оператор. Но мы будем праздновать то, что случилось. А это сабантуй. Потому как хватит чернозема. В данной ситуации мы вам показываем, как готовить шашлык. Тот же самый шашлык, который мы приготовили. Но маленькая необходимость есть в этом шашлычке. Во-первых, вчера в это время свининка, которую мы сейчас жарим, она еще бегала. То есть мы ее забрали в 5 часов утра. Вечера, простите. Вот сегодня и сейчас эта свининка уже готовится. Я сейчас объясню ситуацию, да? Я купил ее за нормальную сумму. Вот. За нормальную сумму. То есть 200 рублей килограмм. Вот. Свинина, не скажу где. Но если надо будет, расскажу где. Вот. То бишь, это было 50 килограмм свини. Вот. И вот парнейшую, тут парная свининка, понимаете, она... Обыкновенно, я теперь понимаю, что люди зарабатывают, мясники, да? То есть, если бы они эту всю свинину переделали, как минимум 1000 рублей бы они себе взяли, поверьте мне. Это как минимум. Вот. Ну, для семьи я эти деньги не стал делать, и я ее аккуратненько просто разрубил. Парная свинина была, да? Вот, часть из них мне пришлось разрубить для этого замечательного шашлыка, который мы... У нас сабантуй такая штука есть, да? Вот, праздник плуга. Вот, по-башкирски. Вот. По сути, у нас есть праздник плуга. То есть мы сделали своим культиватором то, что хотели. Вот. Сегодняшний день начался не так классно, да и вчера он тоже закончился. Вот. Сегодняшний день, к сожалению, ушла у нас Жанна Фриски. Она заболела той же самой штукой, что и у меня. То есть неоперабельная опухоль мозга. Мне часть опухоли мозга убрали. Другую часть, которую продвинула. Вот. Кровь там или еще что-то такое. Вот. Основную часть мозга не убрали. А опухоли мозга, да. Поэтому вот будем надеяться, что Господь даст нам возможность еще в следующий раз приготовить для вас шашлык. А сумма, которую для меня сейчас необходима, ну, 5000 долларов, попытаемся их набрать. Это не та сумма, что я убил на химию. Вот, попробуем их набрать, попробуем. К сожалению, Жанне Фриске не удалось это сделать. Вот. Очень жаль, в реальности очень жаль. Вот. Я надеюсь, что наконец-таки те люди с пюпитрами, вот, которые занимаются и внедряют нам искусство в массы, наконец-таки поймут, что онкология — это часть нашей болезни. И от онкологии умрет 65% нашего населения. То есть надо понимать, да, что нам надо очень жестко бороться. Вот, как бороться с этим заболеванием? Ну, по сути-то и никак. То есть вся химия, которая у нас есть, та химия, которую я пил, извините, в 30 раз дороже. А цена не маленькая была. То есть на 3 месяца 1200 долларов. 30 раз умножьте, а потом на 4. Нормальная сумма вылетает. Перемножьте, пожалуйста, 1200 на 30. И такую штуку на 4 умножьте. Нормальная, так, приличная получается сумочка. Зачем это делается, я понятия не имею. Почему онкологам не разрешают брать лекарства за рубежом, я тоже не понимаю. Это какая-то бредятина полнейшая, понимаете? Ну да ладно. Вот. А теперь самое забавное. То, чем мы сейчас занимаемся. Дело в чем заключается. Я часто готовлю шашлык для своего сына, для своей супруги, для своих друзей. Но никогда в жизни я его не ем, как они едят. Понимаете? Потому что я занимаюсь приготовлением шашлыка. Это другая тема. Вот. То бишь,
Мы не будем его резать, не будем фаршировать. Мы будем смотреть, как делается нормальный шашлык, который нам дается везде. Потому что тот исключительный шашлык, почему-то он, ну, вот. И в итоге мы будем есть два шашлыка. Вот. Посмотрим, как это все делается. Естественно, это будет вкуснейшим образом, по-другому и не бывает. Вот. И будем надеяться, что вы, посмотрев замечательные сюжеты в YouTube, поняв особенности нашего заболевания, да, в конце концов будете это делать так же, как и я. То есть готовить исключительный замечательный шашлык, который по цене, вот все вот это дело, это только первый заход, да, вот одна такая штучка, это 220 рублей. Сколько их? 220, это 1300, и еще 2600. Вот одна такая маленькая штучка стоит 180 рублей. О, 270 рублей, простите. Здесь таких на 1000. Как она, нормальная цена? Здесь цена не такая. То есть за всю свинью мы заплатили 12 тысяч рублей. За всю свинью. То есть, ну, грубо говоря, ну 500, ну 600 рублей. Как вам? Это включая специи.